Всем привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale, и под прошлым роликом, когда я вам показал, что мне выпало кладбище, 19 из 20, я вас попросил 10 тысяч лайков и сказал, что я вас не заставлю долго ждать, будет видео с открытием сундуков. Так вот, вы набрали буквально за сутки 10 тысяч лайков, и сегодня у нас будет битва сундуков с Вейдом. Да, всем привет, ребят, сегодня будем открывать сундуки на 10 тысяч гемов. Так, я думаю, Вейда вы знаете по стримам. Ну, если кто не в курсе, ребят, у Вейда тоже есть свой канал. Можете перейти по ссылке в описании. Там будет ссылка на его видео. Посмотрите, оцените его канал, подписывайтесь на него. Значит, сегодня мы будем открывать сундуки на 10 тысяч гемов. Но, к большому сожалению, у меня в магазине не кладбище. То есть, не факт, что кладбище мы прокачаем на 5 уровень. Но это не первое и не последнее видео. У меня еще будет батл с Зебраилом. У меня еще будет в соло открытие сундуков. Короче, ребят, я был бы вам благодарен, если бы мы и на этом ролике набрали 10 тысяч лайков. Буду вам очень-очень благодарен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И выпуски с открытием сундуков будет очень-очень скоро. Что у меня, что у Вейда. То есть можете мониторить наши каналы. На колокольчик тоже не забывайте. Не писать, а нажимать. Нажимать. Итак, ребят, короче. Допустим, у меня вот сейчас в ежедневной удаче варвары, ледяной голем, торнадо и ледяной маг. Из легендара. Значит, у меня из эпиков гоблинская бочка и бревно. Ну, рарки, комонки у меня фул. Бочка не фул. И бревно как раз у меня. Сейчас скажу, сколько у меня бревна. У меня. Там совсем вроде 2 или нет. 14 из 20. У меня бревен. Вот. Ну, то есть нормально. Если пару штук выпадет, это будет прям классно. Значит, открывать мы, ребят, будем на 10 тысяч гемов. Я бы открыл на больше, но, честно говоря, это не те карты, которые мне нужны. И гемы нынче не дешево, поэтому, ну, вот как-то так. Поэтому на 10 тысяч гемов будем открывать сундук фортуны. Но, опять же, вас предупреждаю, что скоро будет открытие и не только сундуков фортуны, а еще легендарный сундук короля. Короче, ждите эти выпуски. Ну что, я, в принципе, готов. Ты готов? Я тоже, в принципе, готов. Поехали, да, первый сундук. Мы не говорим, если падает лего. Кстати, это же да. У нас челлендж, это батл. Победит тот, кому выпадет больше легендарных карт. Вы обязательно смотрите ролик на моем канале, а потом на канале у Вейда. И напишите в комментариях потом, кто победил. Пока... Ты открываешь, да? Нет, я вот только первый сундук. Поехали, 750 гемов. Это 13 сундуков вроде получается. Так, да, 1800 золота. Другие карты можно называть. Мартира мне выпала. Мне варвар, ледяной голем. Угу. Блин, вот обидно, когда... Хотя, в принципе, фулл карты в золото переводит. Тоже нормально. Так, о, ну, да, гоблинская бочка. Это вообще хорошо, то, что ты можешь легендарки покупать в магазине. Да, ну, да, я же золото, это даже мне лучше. У меня сейчас 168 из 200 гоблинская бочка. Так, я первый сундук открыл. Я уже второй, так. Так, не давай, торопись. Догоняй, я потихоньку. Так, валькирия. Я тебя забыл. У меня сегодня, скорее всего, будут варвары по фолу, просто у меня нету еще ни одной комонки, которая на 13 уровень. Можно вкачать зап, но я еще этого не сделал. Вышибало выпало, блин. Ну ладно, я... У тебя не фул вроде. Не, не фул, нет. Но это хорошо, что... Это хорошо, что вышибало, а не там голем. Хотя, в принципе, мне все равно, какие карты будут падать. Вышибало, значит, вышибало. Если выпадет голем, значит, золото халявное. Ну так. Да, это в чем-то даже плюс. Че, открываем третий сундук, да? Так, да. Заморозка. Давай, лол. Поехали. Так. Золото. 1800. Угу. Печка. Я думал, выпадет. Как всегда, удача, но, к сожалению, это не так. О, бочка. Кстати, я открыл три сундука, из них только... Или четвертый это уже. Это четвертый, походу. Да, это четвертый сундук был. А, не, я только третий открыл. Так, я тогда четвертый открою. Давай открывай четвертый, я тебя подожду пока. Чтобы мы одновременно просто завершили. Так, ну варвары у меня прям вообще один сундучок, он будет фул. О, башня. Варвары, у тебя еще варвары не фул? Да. У меня все комонки 12 уровня. Я сильно так не это... Не как ты донатя. Все, открыл? Да, все, давай. Поехали, следующий сундук. Так. Ледяной дух. Все, варвары фул. Да блин. Фаербол и... Гигантский скелет! Какого хрена? Сегодня не фартит что-то, не фартит. Сундук фортуны подводит прям вообще. Так, у меня осталось 6200 гемов. У тебя сколько? 6600. Ну, у меня там чуть побольше было. А, ну ладно, тогда поехали. 400. Уже ровно половину мы открыли.
Поехали, следующий сундук. Так. Варвары да. выпали. Рыцарь. О, мне команки разделило. Так. Странно, первый раз вижу, чтобы здесь какие-то карты разделялись, типа там... Гоблин с капучкой. Че, два раза эпик выпал? Нет, два раза эти... Команки. Мне еще 16 гоблинской бочки, 16 карт, и она уже будет 8 уровня. Че, откроем следующий? Да, я уже следующий открываю. Так, ну, давай, давай. Мортира. Как я ее люблю, в кавычках. Так. Фаербол. Не, ну что, мортира хорошая карта, на самом деле. О, мне бочка дропнулась. Неплохая карта, да, мортира. Так, мне осталась последняя карта гоблинской бочки, и она будет у меня 8 уровня. И еще. О, мне мортира выпала. Так. Так. Хорошо. Осталось 4700 гемов. Я, конечно, могу и больше, но у нас же должно быть одинаковое количество, то есть потраченных сундуков, иначе будет нечестно. То есть, да, бат... мне 4400. Что-то, кажется, тебя погнал на сундучок. На сундучок. Значит, поджидай меня, сейчас я вот... Давай, три мушкетера и ведьма. Ну, кстати, неплохо, ведьма уже 190. То есть ведьма тоже, кстати, зайдет, и я хочу... Уже, кстати, скоро будет прям фуловый аккаунт. У меня все эпики уже скоро будет 8 уровня. Сейчас я отвлекусь, пока у нас 4000, сделаем паузу, я покажу как раз эпики свои. Ты можешь сам свою прокачку пока показать. А, да, смотрите, ребят, у меня по эпикам уже все практически фул, то, что мне надо. Мне осталось арбалет, мне осталось вышибалу, это то, что я хочу. Бочку так себе, ну, можно будет с пелбетом поиграть. Ведьму, я хочу ночная ведьма с обычной ведьмой, с гигантом, очень классная из колода, но это потом покажу. И все. Клонспелл, рейдж, там, я не знаю, армия скелетов, охотник. Ну, охотник такой, спорный вопрос. Заморозка, мне это все не надо. Это реально пушка еще можно, пушка, повозка с пушкой еще можно с ней. У меня, всё. На самом деле, от тебя очень сильно отличаются эпики. Так как у меня эпики 5 и 6, а у тебя уже почти все 8. Да. Надо почаще с тобой бату записывать и. Да, возможно... не вопрос. Если кто не в курсе, вы спросите, почему я вообще с Вейдом записываю этот, потому что его никто не знает, он не популярный. Да просто мне Вейд оплатил покупку гемов, а почему не отказываться? Да и при том, что у Вейда тоже неплохой канал, он у него аккаунт разный, есть прокачанный, там, короче, тоже много чего. Стримы проводит там, ну, в общем, что я уже так много рекламы сильно тебе дал. Заходите на канал. Ага. Нормально. Так, поехали. Так, я открываю. Давай. Варвары. Давай, я тоже. Адская башня. Мне удача, варвары, полностью фул. Гоблинская бочка ровно 200, 200. Просто кайф. А я довольный, Я прям торнадо неплохо уже вкачал. Мне надо было 5 уровня. Блин, уровень, не могу где? Сделать красивый скрин. О, так. Поехали. Так. Ну что, так, сколько у тебя гемов осталось? Сейчас посмотрим, подожди секунду. У меня 3200. Открывай сундучок. Я открываю, короче. Давай, у меня 2900. Я, кажется, тебя на сундучок переезжаю. Хорошо, блин. Я вот как раз быстренько открыл. Блин, бочка уже фул. Так. Печально. Да, это... Равно, это круто. 8 уровня, это спеллбейт. А сейчас спеллбейт... Да, у меня, кстати, принцесса, еще две карты, будет этого уровня. Это можно хороший спеллбейт сделать с ней. Спеллбейт вот сейчас новый, который... Ведьма выпала, ведьма, а не бочка. Еще две карты ведьма, и она будет... Блин, класс, я доволен сегодняшним выпуском. Серьезно, обязательно смотрите ролик до конца. Хотя смысл говорить. Мне... Смотри ролик мне до конца, если это уже конец ролика. Ну что, мне осталось... Я разделила. Мне осталось два сундука, походу. Так. Таранчик выпал. Ага... Хотя бы что-то. Кстати, напишите, ребят, в комментариях, кто знал Вейда и был подписан до него, плюс там в комментариях, либо, ну, напишите. Мне просто интересно, сколько ему даст это моих зрителей, сколько уже. Так, 11 тысяч гемов, получается, все, последний сундук остался. Так, подожди, у меня 2000 гемов. Так открывай быстрее, я последний сундук уже открываю. Давай, у меня просто удача, она очень долго открывается. Быстрее давай, так. Сейчас, давай, Мартин. У меня, получается, остается на последний сундучок. Блин, ну в последнем сундуке Леги не было. Армия скелетов. Кстати, блин, да. Как будто разрабы видели, что у меня уже бочка фул и меньше мне давали. Я очень рад, очень доволен. Мне осталось 10200 гемов. На 200, кстати, гемов можно открыть сундук с молнией один. Генератора. Я открою один сундук с молнией, ты тоже. Ну вдруг, давай, давай. Вдруг Лего будет, все возможно. Эх, блин. Давай, давай, давай. Так, клон спелл. Меняем клон спелл на пеку, нет.
Может, вот две карты. Может, как раз. Ровно две карты, ведьма. Отлично, все. Я два эпика прокачал с этого выпуска на 8 уровень. У меня голем, кстати, будет скоро 8 уровнем. Там всего лишь 80 карт вроде как остается. Короче, мне, смотрите, ребята, ведьма и гоблинская бочка на 8 уровень. А это означает, что скоро будут выпуски об этом. Скоро будут выпуски. Ждите, подписывайтесь на канал, на колокольчик обязательно нажимайте. Так, ну что там у тебя? Сколько еще сундуков? Ну все, я завершил. Все, да? Все. Короче, ребят, мы не говорили, если у кому-то падали легию. Я не знаю, падали ли ему или нет. Короче, это интрига до последнего, пока мы не опубликуем ролики. Вы обязательно смотрите, да, обязательно смотрите, мне будет интересно, что ему там падало. Ну, а вы мой ролик тоже обязательно до конца смотрите, потому что, блин, это реально крутой лут. Я два эпика поднял на 8 уровень. Смотрите, там был классный лут, обязательно до конца. Это я в начале, наверное, вставлю. Вырежу в начале. Все, я хочу вам сказать спасибо за просмотр. Ребята, если ролик соберет 10 тысяч лайков, ну, у Вейда там, я не знаю, сколько ему, 500 лайков хватит. Мне хотя бы 500 лайков, и тогда... И будет еще батл. Вейд еще нам закинет гемов, то есть, ну, еще батл с Зебраилом будет. Короче, если вам выпуски по сундукам нравятся, дайте об этом знать. Ваши активные лайки, просмотры, комментарии, ребята, очень-очень нас бодрят и заставляют тратить копеечку и радовать вас таким контентом. Хотя многие этот контент не одобряют, говорят, открытие сундуков говно. Не знаю, напишите в комментариях ваше мнение. Как по мне, так прикольно. Все, ребят, мне спасибо. Кажется, то, что сундуки, это, в принципе, интересно смотреть. Ну, классно, азарт такой. Не знаю, мне лично нравится. Ну, то есть на на вкус и цвет, как бы. Так бы, ну, я все. Думаю, если бы каждый мог открывать сундуки, я думаю, всем бы нравилось это. Типа. Ну, не знаю, в общем, мнение зрителей мы узнаем потом, когда публикуем видео. Хотя я и так и знаю мнение, потому что уже сколько видосов выпустил. Все, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующие выпуски. До новых встреч. Всем пока. Все, всем пока.